Когда ты можешь манипулировать людьми? Да я не такой дурак, как вам кажется. И со мной вам справиться будет, ох, как непросто. Когда тебя ненавидят и боятся. Запоришь дело, я тебя вышвырну и глазом не моргну. Когда все твои распоряжения исполняются беспрекословно. Никто не имеет права уходить без разрешения президента. Я сделаю все, чтобы ты был счастлив. Не страшно одной ночью-то? А вы сюда пришли, чтобы напугать меня? Михаил, сын Ксении. И в папиных интересах оставить деньги в семье. У вас ведь трое было, когда вы начинали свой бизнес. Двоих уже нет. Все люди когда-нибудь умрут. А пока мы живы, нужно жить, Андрюшенька. Если тебе скажу, что я задумал, ты перестанешь ночью спать. Когда тебе подвластно все, но только чувства не подвластны твоим желаниям. Потому что сердцу не прикажешь. С понедельника на ТВ Русь.